По данным Министерства образования и науки России, в Красноярском крае на начало прошлого учебного года в школах работают 23 599 учителей, из них в городе 14 602 преподавателя, в сельской местности около 9 тысяч. 84% получили высшее образование, 16% – среднеспециальное. Более половины учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. Среди учителей женщин по-прежнему большинство – 86% от общего числа педагогов. Такая ситуация как в городе, так и на селе. Больше половины педагогов преданы профессии. Около 55% ведут уроки уже более 20 лет. Еще 19% работают в школе больше 10 лет. По данным статистики, в 2016 году средний размер заработной платы учителей составлял 38 тысяч рублей в месяц. В среднем по краю – 38 473 рубля.